Всем привет, вы смотрите канал GameBrick, с вами я Владимир и очередной выпуск журнала бумажки Ниндзяго номер 5, 2016 год, с оригинальной игрушкой с драконом Кая. Давайте откроем и посмотрим, что в этом журнале интересного. И в конце журнала, в конце обзора, точнее, я вам расскажу, так, надо аккуратненько, я вам расскажу, как можно выиграть данный журнал. В розыгрыше могут принимать участие все, кто живет в России. Подарок, приз отправляю я по России. Итак, начинаем наш обзор. Воздушные пираты, корабль, главный набор, самый большой. Кружицу, эроджицу, энерджи, видимо, джицу, три грозные техники ниндзя. Дракон Кая, вот он, наш подарок. Сам Кай здесь нарисован. Два мощных постера Ллойд и аэроджицу. Прикольно. Занимательный комикс. Кай сметает с пути пиратов. Давайте посмотрим. Опять это же изображение. У нас в прошлом, по-моему, точно такое же было. Если я не путаю. Новые сеты по пиратам. И содержание. Подарок. Как сделать своего дракона. Горячие новости. Комикс. Академия мастера Ву. Хитрые пиратские игры. Новые игрушки. Лего. Флот небесных пиратов. Ниндзяго. Досье. Комикс. Игра. Посмеемся с Джеем. Наша почта. Анонс. Чтобы в следующем номере. Итак, инструкция по сборке дракона. Куда он махонький. Но к нему вернемся в самом конце. Пираты наступают. Захватывающий побег, неожиданный поворот. Капитан Сото помогает ниндзя вырваться на волю. Это в предыдущем номере было. И сейчас охота на пиратов. Начинается новое приключение. Нетерпеливый, строящий кучу планов Кая, хочет немедленно отыскать пиратов, чтобы надавать их по щам. И вот комикс. Комикс я прям читать не буду. Сейчас пролистаю его. А ошибка файла. О нет, после перезагрузки один из файлов Зейна оказался поврежден. Помоги Ниндроиду сохранить данные. Впиши правильные цифры, обозначающие исчезнувшие элементы. Ну, то есть надо находить элементы. Вот, например, 1, D и вот так вот их все найти. Головоломочка такая небольшая. Продолжение комикса. Прикольно, лодка леговская, дракон как бы ни разу не леговский. Что это? Забавно. Обезоружить пирата. Скиф атакует. Зейн бросает 5 сюрикенов, но только один из них достигает цели. Какой из них? Ну, надо, в общем, пальчиком поводить или глазками. Какой долетает до него. Тени врагов. Скифин, Надакан, Флинтлок, Дублон, злобная обезьянка. Где кто? Обезьянка этот. Скиф, вот это, наверное. Джин, Надакан здесь. Флинтлок, наверное, этот. Дублон этот. Надеюсь, не путаю ничего. Так, а флот небесных пиратов, всех кораблей, дирижабль, штурмовик, кстати, надо бы обзор на него сделать, лежит не собранный до сих пор. Корабль, цитадель несчастья, тоже лежит не собранная, тоже ставить уже некуда это все. Новинки из мира Ниндзяго, всякие функции показаны, ну, то есть, грубо говоря, просто реклама новых наборов по пиратам. По ниндзя, по пиратам ниндзя. Аэроджитсу гонка, старт, финиш. Кто окажется мастером аэроджитсу, ниндзя или призрак? Кай и пугающий Райт устроили гонку. Оба должны пройти через призрачный лабиринт, полный жаждущих схватить их скримеров. Помоги им справиться с задачей. Победит тот, кто встретит меньшее количество скримеров по дороге. То есть здесь надо идти и как можно меньше скримеров встретить. Вариантов-то немного. Так, дальше. Плакаты. Я не буду их вырывать, поскольку этот журнал я отправлю. Но с одной стороны здесь аэроджитсу, Кай, Энерджи, что ли, нет? Не помню. Похож на Энерджи. Но могу ошибиться. И Ллойд, делен ниндзя. Дальше расшифруй код. Попробуй найти имена ниндзя и обвести их. То есть вот эти слова надо здесь найти и обвести. Пылающие драконы. Тень дракона надо найти здесь. Это тоже интересно, забавно. Три самые крутые техники ниндзя. Энерджи. Потенциал на полную мощность. Круджитсу и аэроджитсу. Здесь, кстати, фигурки. Энерджи это старые еще. Совершенно секретно ниндзяго досье. У меня таких вот энерджи, по-моему, вообще ни одной фигурки нету. Ллойд пока не разблокировал весь свой потенциал. В сезоне перезагрузки он стал золотым ниндзя. И до сих пор не знает никто, какие силы в нем таятся. Вот золотой ниндзя у меня есть этот. Энерджи не было. Аэроджитсу. Аэроджитсу и кружитсу. И продолжение комикса. Вторая часть комикса. Несколько страничек с комиксом. Вся мощь дракона. Твоя миссия... Чё? За кем из пиратов гоняется по небу каждый из ниндзя? Соедини сражающиеся пары карандашом, впиши в ячейки букв в нужном порядке. Тогда ты узнаешь ключевое слово.
Посмеемся с Джеем. Лучшее фото месяца. Вот мой большой братец. Он такой нервный по утрам. Классное фото, Кай. Эти тапки, лол. Забавно. Джей, красавчик. Так, наша почта. Что-то нарисовать надо, и можно, как обычно, что-то выиграть. Да? Да-да-да. О, круть. Смотрите. Кто нас ждет в следующем номере? Там будет Кирен с двумя мечами, камнем мести и картой. Вот так вот. Следующий номер скоро уже в продаже, хотя только этот вышел. Вот так вот. Следующий номер круто. Будет опять мини-фигурка. Коллекция игрушек дирижабль-штурмовик. Красивый дирижабль надо его все-таки собрать, на мой взгляд. И коллекция игрушек Дракон Дже. Здесь просто красивые арты, вы их можете вырезать, куда-нибудь сложить, на стенку наклеить. Просто красивые картинки. Так, теперь мы собираем нашего дракончика. Из 21 детали. Это вам не одна деталь, или не две, а 21 деталька. Так, вроде все вытащил. Вот эти классные детальки, красивые, огненные. Так, сейчас мы соберем дракончика. Ну, кстати, огненный рог тоже не бесполезная вещь. Так, это его хвост, что ли? Детальки вполне себе приличные здесь. Ну, пока собираю, опять скажу, что журнал от Ниндзяго, наверное, мой... Наверное, он самый любимый. Из всех журналов, вот, которые я смотрю, больше всего мне нравится журнал Ниндзяго. Ой, я придумал, что надо вам будет сделать в конкурсе. Все, что вам надо будет сделать в конкурсе, написать... Ну, вот вы смотрите, наверное, мои обзоры журналов. Написать, какой больше всего, какая серия журналов, какой серии вам больше нравится. Не помню, говорил это уже нет, спрашивал нет. Все равно забавно будет услышать. Мне пока нравится больше всех Ниндзяго. Здоровские журнальчики. Так. Так. Конечно, после того, как привыкаешь, что в Ниндзяго фигурки в основном, такие модельки, они воспринимаются как-то. Типа, о, фигурку зажали. Но по деталям вполне себе ничего. Вот такой вот дракончик у нас получился. Ну, реально пускать только на детальки. Такой забавный дракончик. Итак, как я уже сказал, напишите, какие серии журналов вам больше всего нравятся, по какой серии. И один из вас выиграет вот этот журнал. Да, автоматически репостами выберу, кто выиграет именно этот журнал. На этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, приходите к нам в музей. Не забывайте поставить лайк, если вам это все понравилось. До скорой встречи. Всем вам отличных самоделок, отличных наборов Лего и классного настроения. Всем пока.